установка для майнинга криптовалюты из смартфонов. Команда инженеров из C-Lab, подразделение южнокорейского гиганта Samsung, представила на конференции разработчиков в Сан-Франциско установку для майнинга криптовалюты, состоящую из 40 старых мобильных устройств. В рамках программы по переработке старых смартфонов инженеры создали операционную систему, оптимизированную для майнинга. Разработчики отметили, что 8 устройств могут работать с гораздо большей эффективностью, чем компьютер со средними характеристиками производительности.